Сначала хотели поменять кроссы, ходит Ковачич. Избавляться, потому что ни кросс, ни Иску, наверное, так как говорили во дворе, Жукова доказал. Да, то есть Месси забил. Не слышал, да, такого выражения? Нет, у нас не говорили во дворе так. По-другому бывало. Да, бывало. Ну, но да. Это еще давно, в прошлом веке. А гол Роналду, конечно, шикарный. Ну и продолжается игра. На голом-то Роналду не заканчивается. Снова Криштиану выходит. А это что, товарищ судья? Пенальти! Пенальти! Или Криштиану желтую получает. Красную он пропустит. Ответный матч за симуляцию. Ну что ж ты делаешь, Бенгуиче? Что ж ты делаешь? Бедняга, так, 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 а вот это Роналду. Да, также Лукас Васкес вместо Гаррета Бейла. Асенсио, который пока в тени сегодня после выхода на замену, тащит мяч к чужой штрафной площади. Но пока рано, наверное, уходить к угловому флажку, чтобы убивать там время. Дани Карвахаль. Дурацкого не назовешь. Да, за снятую футболку и за симуляцию, которой, как нам показалось, не было. Но мало ли что нам там показалось, это... Пике останавливает очень красиво мяч. И повезло, браво, что в этой точке оказался. Браво, Серхио Рамос. Что значит повезло? Это великолепная игра защитника. Тони Кросс. А дальше уже отскок, да, и Тони Кросс подбирает мяч, как и должно опорнику в этой ситуации. Здесь уже Асенсио достается по ногам от Видаля. Суарес, и Суарес возвращал мяч Месси. Не вышло, и контратака Реала. Лукас Васкес и набирает Серхио, Марко Асенсио, его удар, боже мой! Фантастика! 3-1! Это какой-то космос! Этот парень, как говорил Владимир Никитин, на выезде Реал забивает, во-первых, в меньшинстве, а во-вторых, вполне возможно, привезет на домашнюю игру преимущество в два мяча. Вообще-то мы как суперкубок, как обложку, да, обертку вспоминаем. А это, между прочим, трофей из двух матчей состоящий. Да, и снова контратака, и Асенсио, который забил в Майами, Барселоне, и тоже в контратаке забил в суперкубке Севильи, потрясающий гол. В финале Лиги чемпионов ворота Ювентуса. И посмотрите, как он бьет. В ближнюю девятку, фантастика. Просто космос. Всех пауков убили, которые были на Камп Ноу, в девятке и вправо, и влево. 3-1 выигрывает Реал второй тайм, и 3-1 выигрывает Реал, судя по всему, этот матч. Добавлено 3 минуты, правда? Да, это сумасшедшая заявка на победу Зинедина Зидана. Победа на Камп Ноу 3-1, и все 4 мяча были забиты во втором тайме. С вами Михаил Поленов, Константин Генич, работает.